Дорогие друзья, вас приветствует шахматный Феникс. Мы продолжаем брать вершину 2000 на честемпо. Вот уже почти 1800, ребята. И такая вот задача, такой у нас забавный конь на g6. Да, очень хочется взять на f8, но получим ли мы вечный шах? Ну, хороший вопрос. Хотя мы вполне можем убежать на h3, на h4. Вообще, там коня можно даже защитить, попробовать. Посмотри. Еще есть ферзь e6. Напали на ладью. Защитили коня. Защитили на e2. Универсальный ход такой. Ну, ничем да. же... Ну, кроме взятия ладьи, ничем не угрожаем. Взять слона. Взять слона? На f8. А, конем, точно. Вот это интересная угроза. Получается двойной удар такой, ферзь e6. Напали на ладью, напали на слона. Все защитили. Ну? Уиграем? Ну да. Я ничего не вижу. Тут нам ферзя дают. Конечно, берем. Это вот у этой задачи рейтинг 1949? Мы ее осилили за минуту. Жуть. Читай комментарии, быстренько. Мне всегда их интересно читать. Вот видишь. Люди тоже удивляются, да? Почему не ладья f8? С идеей король g6 версии. Все-таки вечный шах. Да. Никто картинку не прикрепил. Ладно, давай дальше, Арсен. Давай. Мне... Очень хочется слон c6, да? Да, просто очень хочется. Ну там все-таки слон e6 будет. Да. Тому не стоит обольщать себя. А почему не слон f5? А, слон f5 тоже побили. Есть такая же идея, но похоже очень. Слон b7. Ну, ферзь b7. Тогда... Так. А ну мат на d8. А, ферзь d8 мат. Слон b7. А, да, тогда смотри. Слон b7, слон b7, ладья e8. Все, без ферзя. Стоп, а у нас что по материалу получится? У нас получится ферзь и ладья за две ладьи и слона. То есть получается лишнее качество, по идее. Ну, для честемпа. Я не знаю, где ты еще пару ладей разменял, но. Нет, я считаю, что смотри. Ну, вот этот вариант, я считаю. Побили. Ладья e8, там любая. А, кстати, какая ладья еще? Ну, мне кажется, сейчас темп до этого не дойдет. Ладья e8, ферзь e8 взяли. У нас получается ферзь, ладья за две ладьи и слона. Ну, то есть, я считаю, ферзя за две ладьи. У нас получается как бы лишнее качество. Ну, да. Ну что, исполняем идею? И по пешкам одинаково, просто лишнее качество. Причем, заметьте, у нас активные фигуры, а у черных нет. Пробуем? Так. Нам просто пешку отдали, решили не связываться. Ну, взяли? Да. Ну, это было очень легко. Ого. Ферзь бы... Ну, очень хочется замотовать, согласись. Конечно. Конь А6 не проходит, интересно? Конь А6, БА. Дальше. Конь С5. А, конь С5 даже не проходит. Может быть, сначала... Вот, ферзь Б3. Ну, король А8. Да. Стоп, слон. Слон f4. Слон f4. Ну, слон d6. Угу. А если ферзь b6? А, все равно короля 8, да? Блин, я просто... А, смотри. Дело в том, что на d6, вот если слон встанет, то можно будет его побить и на b7 напасть. Да, вот я тоже смотрю это. Ну вот и как это все провернуть побыстрее? Чтобы нам все с темпом
темпом получилось. Ну, перс b3, король a8, слон f4. Ну, нормально? Ну, так слон f4, ну и что? Вилки-то теперь нету. Ферзь d8, к примеру. Мат на b7. А, мат на b7. Еще смотри. Ферзь a5, ферзь a5, ферзь. А, ферзь a5 тоже мат. Еще на ферзь b3 конь a5 есть. А нет, тогда... Тогда мы ферзя шахом забираем. Да, мы ферзя шах. Ну, ферзь b3 исполняем. Давай. А вот держите, неправильно. Слон f4, слон d6. В другом порядке. О, господи. Вот просто задача, ну... Вот всю, уже все решили просто. Нет, а в чем разница-то? Я так и не понял, если честно. Ну вот мы имели в виду, знаете, какой вариант, ребята? Вот так вот. Там, грубо говоря, король a8, слон f4. Если слон e6, то мы побили, дали мат на b7. Хотя, а если... хотя может сейчас конь a5 спасает. Конь a5, да, сейчас спасает. Ну вот. И ничего не сделаешь. Но да, это не... рано или поздно должно было случиться. Не досчитали. Потеряли 2 пункта. Блин, вы только взяли... А, все равно 1800 у нас сохранилось. Да. Ладно. Сколько у нас уже идет? А, мы 6 минут. Да, мы 2 и решили до этого. 6 минут идет ролик. Ну что, не проходит жертва Ладидж? А дальше непонятно что. Побили, ферзь e4. О. Двойной удар. Да, похоже, это работает. Взяли, ферзь e4, там король куда-то, ферзь h1, ферзь h1. Проверяем. Ну смотри, у нас на f5 падает. Промежуточный шаг. Куда-нибудь. Вот как. Ну смотри, взяли. Ферзь e4. Король d2. Да. Проблема. Это с чем мы выйдем-то? Это мы выйдем ферзь против ферзя и... Много пешек у белого, да? Ну, немного, но одна лишняя. Ну, если вариант продолжить, смотри. Король d2, ферзь d5. Еще здесь отъели. Нужно, смотри, нужно королем отойти правильно, чтобы не на первую горизонталь. Да, и... И чтобы под вилку не попасть. А такие поля вообще останутся? А под вилку какую? У нас же у коня нет вообще полей, смотри. Ну, вопрос, смотри, выйти конем с шахом и побить ферзя. А, ну да, то есть... На... Допустим, на c2 нельзя будет. c2 нельзя по этой причине. Ну, d3 отрезано, e3 нельзя. Только на первую, только на первую остается. На первую мы шахом берем. e2 тоже нельзя по этой причине. Я тебе говорю, это решение. Мы сейчас с тобой все досчитали полностью. А. Ладья e2. Ладья e2, ладья e2, король e2, ферзь e4, король d2, ферзь d5. На c2 нельзя, потому что конь e3, двойной удар. На первый ряд нельзя, потому что на h1 шахом падает. На e2 нельзя, потому что конь там d4 двойной удар. Конь d4 и в случае король c2. И в случае король c2 также работает. А других полей нет. Да, пробуем. Вот сейчас мы с тобой вообще посчитали длинный вариант. Так, король d2, да, мы здесь бьем на d5. И здесь играем конь e3. d4. А стоп, какой d4, да, идея, чтобы не взял ферзь на это. И бьем вот эту штуку. Во, видишь, какой, как мы постарались. Хороший вариант. Задача несложная, на самом деле, вариант форсированный, но... Ну, посчитали, молодцы. Да. Еще одну? Ну, наверное, последнюю. Да. Так, что нам мешает побить на... Кажется, я видел такую задачу. Ну. Видел, причем в недавнем ролике Олега, Димы и Евгения, Шахмат-канал. И? Расскажи мне. Основная соль задачи это... Это не пропустить пешки вперед. Угу. Ты помнишь, как они решили? Нет, поэтому нам придется решить самому.
Ну, Солнце 6 очень хочется пойти. Понимаешь, они не связаны, Артём. Да. Наша ладья в любой момент может их просто пресечь. Не так-то просто это на самом деле. Одной ладьи, по-моему, недостаточно. Нужен еще помощник. Ну, кто же? Ну, слон, например, или... Допустим, сейчас мы возьмем на С6. Нам стоит брать на С6? Так. Обрати внимание, то, что конь связан, но конь тоже не помощник. Да. К примеру, смотри, можно взять... Смотри, слон С6, король С6, ладья С8. Ой, стоп, подожди. Слон С6, король С6, ладья С7. Король С... А, король С7... А, стоп, уже конем он возьмет на С7, да? И мы не сдержим пешки. Не сдержим. Смотри, можно ладья Б5 пойти. С такой идеей. А, напали на этого. Да, и, по-моему, он не спасается. Ладья Б5. Связка такая. Да. Ладья Б5 и Е2. Так. Мы там мат дадим, ты уверен? Ну смотри, мы возьмем на Д5 ладью из Б, потом побьем еще и ладью. Ладья... А так это ты начнем понимаешь, что нужно делать шахами, у нас на Д1 висит. Пускай, у нас же защищено. Чем защищено? Мы побьем ладьей на Д5 с Б. Ну, хорошо. И на D1 защитим. Хорошо, пускай. Ну, дальше что? Король отошел, пускай, на E7, вот, на E7. Король отошел на E7. Берем еще и ладью вдобавок. На C6. ЕД. Ладья D1. А, и типа мы успеваем за пешкой G3, да? Ну, хорошо, да. Попробуем. Ну, давай. Так. Важный факт. Какой именно ладьей? Ладьей ли? И вообще так. Брать ли? Да. Давай посчитаем разницу. К примеру, взяли ладьей Д. Ой, ладьей D1. Ну тогда. Не, смотрел. Тогда Е2. Идея в том, что. Если берем ладьей Б, то еще зависает на С6. Да, я думаю, ладьей с Б. Потому что ладьей с Д нельзя, Е2 сразу же. Угу. Убивающая, которая. Да. Так, что это? Ну, я думаю, надо взять. Потому что размены нам выгодны сейчас. Хорошо. Ничего нет больше? Вообще ничего. Задача решена. Так, как сдерживать? Ну, сдерживать понятно как. А вот, к примеру, слон станет куда-нибудь вот на G3 и поведут пешку. И что делать? Мы свою поведем. Так, но сейчас нам нужно просто привести слона куда-нибудь там. Вот перевести на длинную диагональ. Ну, так. А, и все. Встали на F3 и... Все задержали. А? А если здесь вот... E2... Так, да. Съедим пешку. Какую? Е2. Съели все, да? Да, решили задачу. Да, ну на этом, наверное, закончим. Да, уже 13 минут. Наш рейтинг уже 1808. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.